субботу, 20 сентября, с половины 11 до 3 часов дня будет перекрыто автомобильное движение по улице Ворошилова от Горького до Ленина. Там пройдут велозаезды. В полдень по городским улицам Горького, Коминтерна, Энгельса и Алешина состоится велопробег. Безопасность участника будут обеспечивать инспекторы Ангарского отдела ГИБДД. Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой выбрать другой маршрут для передвижения по городу и быть предельно внимательными при появлении велосипедистов на проезжей части. Еще лучше в этот день и вовсе отказаться от машины.